Всем привет, ребята! У нас суббота, и мы съездили в Kaufland. Скупились мы на 34 евро. Такой вот. До сих пор мы не можем понять, что это. Это торт или не торт, или мороженое-торт. Короче, вот оно размораживается. Мы, короче, его в микроволновку по кусочку подогрели, ну такая себе, что непонятно. Просто мы брали такую фирму, но брали чизкейк, вот он был вкусный, это была скидка, и ну стоил 7,40, а взяли за 4,44. Сейчас я вам еще покажу, что мы купили. Обзор покупочка. Руккола, капустина, такая колбаска, бурячок, филе, ну не филе, а, короче, кусочки филе, кусочки курицы, 400 грамм, по скидке 3,79, такое мяско свинина, потому что мы будем делать борщ, ну как мы, Настя будет, уже делает борщ, глаза от лука плачут, плачет Настя, но не плачет, все будет добро. Это, вот видите, это 3,07 стоит эта свинина. Потом вот такую томатную пасту. Тоже она была по акции от Kaufland 85 центов. Потом килограммчик вот таких вот помидорок. Вкусные, кстати, да, Настя? Вкусные? Да, вкусные. Да, эти, а? Когда понравились, наконец-то. Да, эти вкусные. 2,50 килограмм. Ну, как бы тоже не дешево. Потом майонез не нашли, взяли вот такой вот соус к борщу. Это тоже колбаска, мы уже почти купили, 100 грамм, короче. Две упаковочки по евро... Сколько? 59. Евро 60. В смысле, вот это? А, это нет, это евро 19. Это евро 19, фух. И то это, блин, ну она вкусная, ну, блин, это дорого, очень дорого. И вот такую, короче, я вам уже показывала. Вот это очень вкусное. То в Германии, вот в Кофленде реально вкусное. И за 200 грамм цена вообще, я считаю, шикарная. Потом вот тут вот хлеб лежит. Тостовый уже точно. Будем этот... Как все, да? Да, как все. Немцы. И тостер купим. И тостер купим, да. Все немцы тостеры есть, да. Узнали об этом? Ну да. Короче, сейчас я это понесу в холодильник, то, что не нужно, а то, что нужно, Насте на борщ тут оставим. И сейчас еще, может, что-то покажу, что еще мы купили, потому что тут не все. Итак, шоколадка вот такая вот. Несем ее. Несем ее сюда. Вот, Настя. Милка еще. Милка, еще мы взяли чай, Липтон, который, короче, вы поняли. Кофе взяла Якобс. А, кофе Якобс. Вот где она? Где? Еще. Это наши запасы. А, пахнет кофе, да, правда, классно. Это наши запасы, кому интересно. Такое. Вот. Чесночок в борщу лежит. Пересыпай надо. Такое Якобс очень пахнет реально. Аромат аж сюда. 4,44 тоже. Да, 47. Блин, Настя, лучше мы взяли две упаковки кофе, чем этот недоторт. Короче, он кислый и вообще, ну короче, да, невкусно. Потом мы еще взяли воду, чипсы, тук. А что еще? Просто я не хочу туда пить. Да, я все. Все? Вот это, показала мясо, да? Я все показала. Ну, вроде все. Вроде все. Так что да, такие вот цены. Сейчас я возьму, пойду чек. Покажу вам все в чеке. Настя, а расскажи, что ты делаешь. Обжариваешь свинину, да? Да. Чуть-чуть обжаривает свинину, картошечка уже нарезана, водичка.
картошка кипит. А что туда будет кидаться потом? Картошка, мясо и варится. Минут 10. Картошка и мясо, ну, и варим. Минут 15 варим. Лучок нарезан. Я до сих пор это все не отнесла в холодильник. Пошла в холодильник, думаю, покажу сейчас, что еще купили. Прикинь, ничего мы не купили. Просто ничего. Просто вода, зеленый чай, вот этот Липтон. И все. Больше ничего, ребята. Ну вот. Что? Говорит, торт что растаял? Как растаял? В смысле? Как растаял? Так это все-таки торт? Не пойму ничего. Попробуем. Что-то... Ну, все равно это не торт. Ну как, торт, но не торт. Кислый чай, не сладкий вообще. Это какой-то новый был. Ужасный. Он вообще без вкуса. Настя, что это будет у тебя за масло? Это остатки спри. Ты хранишь? Да, конечно. Свининку от жира отрезала, да? Да. Отлично. Ну, что так, ребят? Кубиками под кипящую воду закидываем на этот картофель. И сейчас мясо дожарится, тоже его туда. Ну, мы еще, конечно же, смотрим. Дальше продолжение будет. Чтобы... Да, мы включимся. Постепенно. Я пока хочу все-таки дойти до того, что это надо унести все. А как у тебя торт? Не смачно? Ну, это не... Блин, он холодный, поэтому это невкусно. И это не как на картинке банан, а это просто, ну... Я на картинке банан и все. Ну, ладно, что мы хотели. Что маем, это маем. Вот, пожалуйста, у меня сейчас просто будет нервный срыв, я кричу на нее. Я поранила. Что ты делаешь? Во-первых, это была моя кофта. Поранили. Она стала кухонной кофтой. Ну нахрена, Настя? Блин. Ну посмотрите, тупо буряк. Так ты это даже не оттираешь, это была моя кофта. Я это делала, чтобы не запачкать кухню. Как можно не нервничать? Вот три, ты только что терла специально себе на свитер. Потому что терка какая? Обычная вот такая ровная, которая буряк будет лететь везде. Ну зачем ты такое делаешь? Вот смотри, вообще никакого настроения. Сейчас еще с квартирой проблемы. Переписываю. Пьем буряк и показываем. Я показала, что надо как готовить борщ. Справжний. Как готовить борщ? Чтоб надо быть полностью в буряке. Нет, треба повинно бути патріотом нашої держави. Ну, щоб зварити справжній український. Вот, тут у нього вже якийсь процес іде, я не знаю. Чого він рижий, як наша сусідка? Наша сусідка. Я буряк. Чуть-чуть, смотрите, ребята, щоб ви знали, що вкусно без бур. Буряк чуть-чуть ми додаємо в борщ, а чуть-чуть буряк. А чуть-чуть тебе на куфту. Ні, а чуть-чуть обжарюємо. От часть ми кидаємо сюди, я не буду весь. И чуть-чуть сюда, это тебе будет на это. Настя, может там масло надо налить или что? Не-не-не, не надо, я взял. Вон у тебя есть масло. Блин, как ты меня сейчас выбесила тем, что ты просто берет мою кофту, стругает буряк. Оно выстирается. Ага, выстирается. Слушай, буряк. Смотри, тут надо шоху. Я не говорила, помешай буряк. Помешаем сейчас буряк. И можно смело говорить, что этот борщ готовила я. Сторис заснять и сказать, что это была я. Давно мы, кстати, борщ не делали. Ну, ты. Заготовку у нас в основном Анастасия. Анастасия. Еще мешать? Ладно. Чтобы он потушился хорошенько его. А потом что? Потом его туда же? А потом туда, да. А потом, так что уже борщ скоро готов? Да, можно добавить перчик, нарезать сладкий. В конце приготовления, когда уже борщ сварился, это сейчас мы добавляем буряк и оставляем еще на 20 минут, чтобы оно проварилось все, капуста. Украинский борщ. Так, украинский борщ мы варим. И это все мы добавляем, и в конце зелень добавляем, когда уже борщ приготовился.
Ну, мы еще включимся, да? Да. Настя устала, приготовила вот такой вот классный борщ. Наваристый, много мяса, много капусты, картошки, короче, все как надо. Украинский наш вкусненький борщик. Со сметанкой, с чесночком, с сальцом, с колбаской, как угодно. Вот. Потому что мы Украина. Да. И так что все, нам приятного аппетита. Борщ. Так. Я пишу, что Брашка готовый борщ. Це не їхня страна. Да, нам приятного аппетита. А вам хорошего настроения и хороших выходных. Пока.